обычный центр. А нет, пошли на эскалатор. А, вот, давайте на лифте поедем. А потом вниз пойдем на эскалатор и посмотрим, что еще здесь. Расскажи, где манит. Скажи привет. Привет. Вы на канале Кончити. И куда мы приехали? Куда? Детское кафе? Да. Мы в городе Обнинске ищем детское кафе, да? Ой. Да? Давай, держу Мишку. Нам на 4-й этаж, да, малыш? Сейчас мы посмотрим. Держу, держу. О, сейчас мы посмотрим, что за центр такой. Обычный центр называется Атлас, город Обнинск. Все-таки или Атлас. Ну, какой-то пустовато немножечко. О, там где-то солдатик стоит, мне посмотрим. Куда ты ломанулась? Мы еще не дошли, Аню. Нам туда, вот какое кафешечка. Ой, какая милая кафешечка. Все, мы нашлись. О, там и лазилка есть, отлично. Руками не трогай за чушь, это гирлянда. За, не трогай ручкой. Не сломай. Тут даже батут есть, Аню. Куда ты убежала? А, сколько здесь всего интересного. Ничего себе, тут целый живой уголок, Анюта. Ничего себе. Смотри, как она клетку грызет. Кто это? Крыска такая, Лариска. Аня, не надо, это коврик так выложенный. Смотри, там зайка сидит внизу, Аню. Смотри, пойдем посмотрим. Смотри, зайка. Анют, вон зайка сидит. А мне как она побежала. Смотри, как она бежит в колесе. Нет, да не крыска, это другой. Смотри, как она бегает. А у нас папа пришел. Тут живой уголок, видишь. И птички тут, и зайки. Смотри, какая птичка красивая, Анют. Ничего себе. А вот там есть гигантская улитка. Анюта, смотри, она зарылась. Вон там гигантская улитка сидит. Ничего себе. Так ты уже раздеваешься? В городок полезла, что ли? Давай на коврик тогда вон туда. О, ты даже на лошадку-побрягушку. Вон там горка есть, можно залезть. Качелька есть, да? На батуте хочешь попрыгать? Тут есть вот батут. Хочешь? Нет? В городок полезешь? Только по коврику ходи, Анют. Залезай, залезай. Такое хорошее кафе мы нашли, да? Нравится тебе тут? Да. И мне нравится. Окей. Можно? И как эти? По-моему, это уже оторвали. Да тут все можно, да что? Тут все можно, это игрушки. Тут можно все трогать, совсем играть. Это тут качалочка для куколки. Ты можешь Мишку посадить. Это для головы. Такая подушечка. Ага. Не знаю, для красоты может быть. Вот навалила Мишка. Ну что, с горки поедешь? Ну как кто-то Мишка первый едет? Ух ты! Здорово, вы с медведем проехались. Так, ну-ка покажи, какие там еще игрушки есть, покажи. Что там есть? Мячик, а там еще Винни-Пуха ты тащишь, да? Ну-ка вытаскивай Винни-Пуха. Ой, какой хороший Мишка Винни-Пух. А мне нравится Винни-Пух. Нет, Винни-Пух. Другой Мишка. Не Мишка. Это где-то кофточка от куколки, да? И трактор едет. Не выкидывай, просто вставай, смотри, какие там есть. Нет, какие кубики были. Были, когда была малышка, да? А это что там за гномик из Икеи такой? Ну покажи.
Это кегля, да? Кегля-гномик. А это королева кегля. Все игрушки раскидала. Все, уже готово? Аня, пойдем поедим, потом еще поиграешь. Ай. Аня, ну-ка давай попрыгай, как ты прыгаешь. Ой, осторожно. Ага, давай. Ягоза. Ой, ягоза. Как здорово, в кафе стоят батуты. И родители могут спокойно кушать. Да? Много и родителям для счастья надо. Все? Какие-то человечки стоят. Какие-то экспонаты. Бойцы-то такие. Где моя обезьянка? Попрыгай, пошли вы же. Да, вот такие вот тут бойцы. А это примерно вид на область, да? Такой Наукоград есть в Подмосковье. Тут железная дорога рядом. Вот такой интересный городок. Трофей из Берлина для мальчишек, да? Так, вошли детский мир, да, какой-то? А, нет, у нас есть самокат. С принцессами. Ну, у тебя-то лучше. Пойдем лучше конфетки посмотрим. И, может, что-нибудь необычное найдем. Чего нет в детском мире. С Микки Маусом, самокат, да. О, бери маленькую тележечку себе. Давай, мы с вами медведя. Пошли. Палатка. У тебя есть своя в виде замка. Кстати, мы еще ее не распечатали. Не показали. Тоже кубик такой у нас где-то есть под кроватью лежит, кстати. Какой кубик? Ну такой же у тебя есть. Лазилка такая. Пошли дальше. Ой, где шарики наши любимые, крутилки. Мячик-попрыгун. Мячик-попрыгун? А вот тут сюрпризики, смотри, есть какие-то. Там либо кубик, либо шарик. А, да. Мячик-попрыгун. Да, попрыгунчик бери. Как уже все выяснил. Сюда. Мячик попрыгун. Молодец. Доставай. Оп-оп. Ой, попрыгун какой упрыгал. Папа, лови попрыгуна. Поехали. Ну все, здорово. Попрыгун достался.